Максим Петров – яркий воспитанник «Локомотива», который в 2021 году завершил путь от молодежки до стартового состава главной команды. В молодежной лиге Петров дебютировал в сезоне 18-19, а уже в следующем сыграл за «Казанку». И там Максим забивал голы и раздавал передачи, хотя в прямые обязанности центрального кафбека подобные функции обычно не входят. Неудивительно, что очень скоро Максимом заинтересовался тренерский штаб основной команды, и приглашение на первые сборы не заставило себя долго ждать. После них дебют за главную команду был уже вопросом времени. И оно пришло в сентябре 2021 года, когда Петрову представился шанс в товарищеском матче с ЦСКА. В той игре Максим заработал пенальти и как следует блеснул своими навыками в области дриблинга. Через несколько дней Петров вышел в старте уже на игру премьер-лиги против крыльев Советов. И без того насыщенный событиями 2021 год молодой футболист завершил матчем Лиги Европы, в котором в первый, но точно не в последний раз во взрослой карьере отыграл все 90 минут.